В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем первый день весны с погоды. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. А в горах будут порывы до 15-18. Температура ночью 0 плюс 5, в горах до 5 градусов мороза, а днем 6-11 выше нуля и местами до плюс 5. В Черкесске ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3-5 выше нуля, днем 7-9 градусов тепла. Федеральный просветительский проект «Урок цифры» был запущен в ряде регионов страны в 2018 году. С сентября 22-го его начали реализовывать по всей России. Приятно, что в числе, так сказать, первопроходцев оказалась и Карачаево-Черкесия. Азы технологической грамотности вместе с воспитанниками средней школы села Ильичевского Прикубанского района республики изучал наш корреспондент Артур Мхце. В средней школе села Ильичевского проходит открытый урок цифры. Тем, кто застал еще времена такого предмета, как информатика, многое было бы в диковинку. Современные технологии позволяют проводить видеолекции, сразу же проходить тестирование полученных знаний, попутно корректируя образовательный процесс. Что радует, Карачаево-Черкесия входит в число регионов, активно принимающих участие во всех уроках этого цикла. Сегодня наш урок посвящен анализу в бизнесе и программному продукту. Анализ в бизнесе сейчас является особенно актуальным. Поэтому мы должны детям уже в школе показать начальные азы какие-то анализа. Во время занятий большое внимание уделяется практическим примерам. Например, сейчас очень актуальна программная версия. Анализ является инструментом для успешного ведения бизнеса. Допустим, создано какое-то приложение для гаджета. Чтобы сделать его более популярным, запускается пробная версия. С ее помощью можно собрать информацию от пользователей, что нравится или не нравится в оформлении, есть ли какие-то проблемы при скачивании. Чем больше мнений, тем выше шансы, что версия для общего пользования выдержит конкуренцию на рынке технологий. После того, как дана теоретическая часть темы, школьники могут самостоятельно проверить на тренажере, насколько хорошо усвоен урок. Я считаю, что это мне пригодится в жизни. Уже нас сейчас окружают технологии. И нам помогает в более молодежной сфере узнать об этом. И нам очень интересно этим заниматься. Я хочу в будущем посвятить как раз этой профессии программист. В начале урока наша учительница преподает нам саму тему. Мы изучаем ее, после мы делаем конспекты. После конспектов мы начинаем делать эту тему в практике. После практики нам выставляют наши оценки, судя по тому, как мы справились с нашей работой. В будущем я собираюсь поступить на программиста, и мне нравится информатика, и в нашей школе, получается, мы получаем азы. Такие занятия будут полезны не только тем, кто планирует сделать карьеру в сфере высоких технологий. Осведомленность помогает лучше разбираться в программных продуктах, пользоваться тем, что облегчает получение информации или услуг в повседневной жизни. Артур Мхце, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. И заглянем в календарь марта. Первый день весны богат на праздники. Сегодня день прихода весны и предвкушения тепла. Сегодня также день джигита и день бариста. И день мягких и пушистых, конечно, кошек. Они улучшают нашу жизнь уже самим своим присутствием. Снимают стресс, привносят в дом уют и спокойствие. Этот милый и трогательный праздник – еще один повод показать питомцу свою любовь, а также привлечь внимание к проблемам бездомных кошек. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на карачаевском языке, затем также программы карачаевской редакции. А в 14:30 «Вести Карачаево-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра.